сцена. Сейчас она, конечно, не светится, но потом она будет светиться. Вот я думаю, это будет давать ей особую привлекательность. Сергей Власов доволен своим новым заведением. В сентябре на месте ресторана «Цезарь» он открывает караоке-ресторан «Поворотти». Ремонт здесь уже закончен, остались лишь последние штрихи. Конечно, о старом проекте здесь уже ничего не напоминает. Очень сложно нам дался потолок. То есть предыдущий потолок пришлось разобрать. И для того, чтобы он не смотрелся сильно голым, мы вот придумали такие рамки. Несмотря на то, что здесь есть сцена, петь можно будет прямо с места, и звук не будет рассеиваться. Гости смогут воспользоваться специальной распевочной комнатой. Кроме того, к услугам клиентов и профессиональный бэк-вокал. Кухня будет итальянская, средний чек 1500. Почему караоке? Ну, мне кажется, это тренд сейчас, и он недостаточно раскачан в нашем городе. Я, конечно, не сравниваю с Москвой и Питером, там очень много туристов, которые всем этим пользуются. Но и у нас, я считаю, мы не всю аудиторию охватили. В ноябре в Красноярске заработает еще одно заведение – лаунж-бар «Фрэнки Вум». Его планируют открыть на последнем этаже бизнес-центра «Титан». Из панорамных окон будет открываться красивый вид на город. Владельцы хотят создать в заведении расслабляющую атмосферу. Для этого здесь оборудуют камин и даже фонтан. Соучредитель бара Алексей Нейман говорит, что основную ставку делают на кухню. Это будет сплав азиатских и американских традиций. Средний чек – около 1000 рублей. За создание интересной атмосферы мы не переживаем, а вот за создание кухни здесь есть некоторые вопросы. Для этого из Москвы был приглашен один культовый шеф-повар, имя тоже не разглашаем пока, ждем официальных пресс-релизов. Работа на счета, были первые проработки. По ощущениям, это достаточно революционно для нашего города. Вскоре в Красноярске будет создан холдинг заведений под названием «Berry Wood Family». Туда войдут лофт Булгаков, новый лаунж-бар «Фрэнки Вом». Один из учредителей, Дмитрий Журкин, рассказывает, что они намерены создать единый бренд, который будет узнаваем. Как показывает практика и в России, и за рубежом, именно к этому все и приходят. Несомненно, то есть централизованная какая-то команда маркетологов, пиарщиков, которые работают над задачами всех заведений. В декабре компания «Владимиров и Ко» открывает еще два заведения – итальянский ресторан и джаз-клуб. Сейчас на взлетке идет строительство этого здания. Предприниматели говорят, обилие проектов связано с ростом потребительского спроса. Однако специалисты подчеркивают, в Красноярске по-прежнему не хватает по-настоящему качественных заведений. Наталья Истомина, Олег Голубин, Афонтово новости.